Образ гранж, смоки айс, небрежность в нанесении, нечеткие линии, выделенные скулы и натуральный цвет губ. Волосы похожи чем-то на инопланетян. Такие будут пучки с как бы антеннами. Наряды там очень разные, разные цвета, и присутствуют дети, и парами будут идти как клоны. То есть такое что-то гранж, инопланетян. Вообще мне штанеги нравятся, но вот юбку я бы такой не одел. Мы уже второй раз ходим на этом показе. Нам нравится. Все-таки мы ходим на подиуме, на нас все смотрят. А когда ты идешь, ты очень волнуешься, и ты можешь растеряться там, и можешь случайно упасть, подскользнуться. Ну, не знаю, у меня уже было такое один раз.